Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Realme 8i, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поставить какую-то свою мелодию звонка на этот телефон. Для этого мы заходим в настройки нашего девайса. В настройках мы листаем до пункта «Звуки и вибрация». Здесь, в «Звуках и вибрации», мы пролистываем еще ниже и видим мелодия звонка. Видим большое количество предустановленных мелодий, а нажав на «Выбрать из файлов», мы можем выбрать какую-то свою песню. Теперь возвращаемся, и у нас мелодия звонка стоит, та песня, которую мы выбрали. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!